Не профессия выбирает человека, а человек профессию. В Чебоксарах стартовал чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia. Студенты и молодые специалисты будут бороться за звание лучшего в своей компетенции. На открытии соревнований побывали и мои коллеги. К международному движению WorldSkills Чувашия присоединилась 3 года назад. С каждым разом чемпионат становится все масштабнее, больше компетенций, больше участников. Строже становится и профессиональное жюри. В состав экспертной комиссии входят не только преподаватели, но и представители компаний и предприятий. Участники-специалисты сразу видят, какие требования предъявляют работодатели, а те, в свою очередь, оценивают потенциал соревнующихся. Мы видим, что учебные заведения пытаются вот в этих сложных ситуациях проявить себя, начать более качественную подготовку. Они понимают, что сегодня какие высокие требования предъявляются на рабочих местах, на предприятиях. Поэтому, я думаю, предприятия и учебные заведения должны идти в ногу и максимально реализовывать такие формы обучения. На этот раз соревнования будут проводиться по 11 направлениям, а поборются за призовые места более 60 участников со всех СУЗов Чувашии. Мариинско-Посадский технологический техникум, Новочебоксарский политехнический техникум. Максим Алферов участвует в соревнованиях уже во второй раз по направлению сварочные технологии. Конечно, я на этих соревнованиях научился многому новому для себя. И в этом году мне гораздо будет легче участвовать. Я почти каждый день оставался в училище после занятий и свое личное время расходовал на тренировки. Я хочу улучшить свой прошлый результат. Площадками для проведения чемпионата станут 5 учебных заведений Чебоксар. Каждая из компетенций сложна и специфична. Участникам в течение 2 дней предстоит выполнять различные задания модули. Победители регионального этапа представят республику на соревнованиях ПФО весной будущего года. Очень важно поднять престижность рабочих профессий и сделать лозунг «Быть рабочим модно». Олимпиадное движение, оно дает импульс, а соревновательность всегда дает возможность проявить лучшие черты, человеческие в том числе. И мы считаем, что вот это соревнование рабочих профессий, выявление лучших из лучших, а дальше участие на уровне России, на уровне мировом, это даст возможность поднять качество подготовки кадров. Это второе. И очень важно еще понимать, что наш уровень подготовки кадров сравнивать с мировым уровнем. Потому что одно дело, когда мы сравним между собой, а другое дело, когда мы сверяем себя с лучшими образцами. В формате круглого стола представители органов власти, образования и бизнеса обсудили со студентами и молодыми специалистами перспективы развития движения и его эффективность. На сегодняшний день задания ставятся перед вами очень высокие. WorldSkills очень хорошо показал, что едины требования мировые. Мы сразу видим, сколько вопросов видим, необходимо оборудование. Мы поэтому под WorldSkills. Уже многие участники чемпионата имеют награды не только регионального, но и международного уровня. А это значит, что рабочих профессионалов становится в Чувашии все больше. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.